Приветствую, дорогие зрители! Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем! Несколько дней назад невеста миллиардера Александра Лебедева призналась, что вновь станет мамой. Модель сейчас в ожидании четвертого ребенка. Однако, несмотря на статус многодетной родительницы, Перминова может похвастаться стройностью. 34-летняя Лена Перминова опубликовала пикантное фото в личном блоге. В кадре блондинка предстала в одном полотенце, прикрывая обнаженную грудь рукой. Сейчас модель находится в ожидании четвертого ребенка, однако она, кажется, не набрала ни одного лишнего килограмма, не считая, естественно, округлившегося живота. Лена отметила, что и сама удивлена, как ей удается сохранить фигуру, несмотря на многодетность. «У меня, как в семье священника, сколько детей Бог пошлет, столько и будет». Интересно, каким будет результат и того. Вообще, не перестаю удивляться возможностям женского тела, меняться и восстанавливаться после беременности. Вот уже в четвертый раз, а всегда радуюсь, как в первый, очень нравлюсь себе в этом состоянии, правда, до определенного момента. Пользователи сети были восхищены красотой Перминовой. Они поспешили осыпать ее комплиментами в комментариях и делились личными переживаниями беременности. Елена, вы космос. Такая красивая. Дай бог вам много красивых и здоровых деток, сколько захотите, ты клевая. Очень люблю смотреть ваши совместные видео с детками, они у тебя чудные. Пусть рождаются в вашей семье чада и приносят смех и радость. Восхищаюсь каждой женщиной, очень трепетно и с теплом отношусь к каждой будущей маме. Вы прекрасны. Напомним, что Лена – невеста миллиардера Александра Лебедева. Модель лишь недавно получила предложение руки и сердца от 61-летнего жениха, хотя встречается с ним еще с совсем юных лет. «Люблю тебя, ты сам знаешь как», – писала трогательные слова блондинка бизнесмену. 15 лет вместе и много интересного у нас еще только впереди. Ты открыл для меня вселенную под названием «Семья», мой самый близкий, лучший отец наших деток и любовь всей жизни. Всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх.